Юми беременна, она округлилась, явно поправилась у нас. Ура, скоро будут щенки. Я искала ей мужа в Японии, в Корее, в Америке и нашла. Какие же у них будут красивые детки. Просто найти ей какого-нибудь парня, да, чтобы ей было не скучно. Киса Алиса, поздравь хотя бы всех с Новым годом, а потом можешь идти. С наступающим. Привет. Я Энни Мэджик, и 27 декабря вот этой вот моей собаке, покемону, как мы ее называем, Юмичу, исполнилось 3 годика. И в честь этого я сегодня в желтом, так как ее цвет на каналах желтый, этот факт вы уже знаете. 27 декабря, прямо перед Новым годом, у меня у самой день рождения 14 декабря, у моих папы и мамы, если бы они были живы, 11 декабря и 16 декабря. И я помню из своего детства, что всегда дарили всей семье, и мне в том числе, один подарок на день рождения и на Новый год одновременно. И это всегда было, особенно в детстве, очень-очень обидно. Поэтому мне интересно, есть ли у нас тут такие зрители, у кого вот дни рождения вот в этой предновогодней атмосфере проходят и, получается, сливаются с ней. Обидно ли вам или, наоборот, круто, и вам дарят много подарков. И вот перед этим 2020 годом Юми исполнилось 3 годика, и я даже, если честно, сама в это поверить не могу, что она уже такая большая, и на нашем влоговом канале Magic Family Vlog вышел предновогодний влог, а также на канале питомцев самих Magic Pets вышел очень крутой скетч день рожденческий и новогодний, поэтому обязательно потом сходите и посмотрите, мы очень старались. Ссылочки будут в описании, и там же в описании я более подробно распишу про то, что мы с вами сможем отметить этот Новый год вместе. В Питере 6 января будет проходить экспо-елка, и меня туда пригласили, а я приглашаю всех вас. В этот раз я с собой возьму аж 2 своих собак, вы сможете с ними увидеться, поэтому пишите в комментариях, кого бы из них вы хотели увидеть вживую, сфоткаться, будем общаться, обниматься, поздравлять друг друга с Новым годом, да? Я снимала 50 фактов о Юми Чу в позапрошлом году, и там очень много интересной информации о ней, а в этот раз я снимаю 10 новых фактов о Юми, и один из них для меня, наверное, самый важный и самый главный, о котором я хотела бы вам всем сообщить, поделиться и обсудить это с вами. И первый факт, с которого я хочу начать, для меня абсолютно новый, потому что никто из моих собак так не реагирует на спиннеры. В общем, я решила снять видео про спиннеры на канал питомцев, и все, ну, реагируют на них обычно. София, Эйвену и Миша, ну, как-то им все равно, ну, спиннеры и спиннеры, ну, крутится и крутится. А вот Юмичу, она просто так реагировала, что я очень хочу, чтобы вы это увидели. Посмотрите, как она себя ведет. И она то ли не понимает, что это, почему оно крутится, почему оно так двигается. В общем, это выглядит очень мило, смешно одновременно. И эта ситуация со спиннерами меня очень поразила, потому что я никогда бы не подумала, что именно Юми будет так на них реагировать. Киса Алиса все-таки кошка, и я, в принципе, от нее ожидала такого, что она будет как-то на это реагировать, играть с этим, но Юмичу. Я обожаю снимать всякие реакции питомцев на что-то, и мне всегда интересно смотреть на то, как реагируют животные, не только мои, но и другие. А ваши питомцы реагируют на что-нибудь как-нибудь необычно? Кстати, в честь Нового года давайте поставим этому ролику лайк и в честь дня рождения Юмичу, чтобы все наши желания в 2020-м сбывались, и в комментариях загадаем эти желания. Ну, а следующий факт не такой веселый, я бы сказала, скорее грустный очень. Но, к сожалению, поменять ничего нельзя, у Юмичу аллергия на курицу. Это распространенная среди животных, особенно собак, тема аллергия на курицу именно, то есть при этом у них, у собак может не быть аллергии на индейку. Шелушится кожа, появляются залысинки, они очень чешутся, иногда собака расчесывает это до крови, глаза текут. Короче, как вы знаете, мы кушаем корм Платинум и... охраняет миску. Юми, ну чё ты, блин, а? И обычно я беру другие вкусы, у них там их несколько, выбор разный. А в этот раз я решила попробовать взять куриный. У Мишки, у Софии и у Эйвена все явно получше, а вот у Юми прям аллергия случилась, придется брать другой вкус. Независимо от вкуса, у них также сделано все очень качественно, так что те, у кого нет аллергии на курицу, у собаки вообще шикарно...
Она и курицу-то с удовольствием ест, не понимая, что у нее аллергия будет. Сейчас будет вообще угар. Она проверяет, смотрит ли кто-то, кушает она или нет. То есть в норме она может есть одна или просто со всеми и кушать нормально. Но если она знает, что где-то рядом я, она всегда ждет того, чтобы я ей сказала: кушай, Юми. Юми, ты что не ешь? Иди ешь быстро. То есть она как бы умеет есть по команде. Выглядит это всегда очень смешно. Иди кушай быстро. Вот, например, если она одна, поставить ей миску, и она такая кушает, и спрятаться, она поест, а потом пойдет, проверит, смотрит кто-нибудь, наблюдает за ней или нет. И я выхожу и говорю: ты опять не кушаешь? Она снова кушает, потом понимает, что опять никто не смотрит, как она ест, а нужно смотреть. И я прячусь, она опять выходит, проверяет, где я. Ты опять не ешь! Я не могу, Юля, ты такая смешная. И пока я такая стою, смотрю, она ест. А потом, если я ухожу и снова прячусь, она опять идет проверять, чтобы я вышла. Ешь, и сказала: давай быстро, давай, иди ешь! Ну-ка, 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 давай! Ой, я не могу. Хотя так она, как я сказала, может и обычно кушать. Если меня рядом нет, она просто ест. И еще один факт, такой же смешной и связанный с едой. Покемоны и еда — вещи неразделимые, как я и еда. Это то, что она играет с кормом. Сейчас я дорасскажу и покажу прям, как это выглядит, потому что это очень странно. Я не помню, говорила ли я в 50 фактах о ней, что она, в принципе, ест не как все. То есть Софи, например, ест просто из миски. Эйвен может вытащить немножко корма, положить рядом, как и Миша. А Юми, она берет по одной, ну, максимум двум корминкам, уходит куда-нибудь далеко, ест их там. Не всегда она это делает, но очень часто. И вообще она, в принципе, смешно ест. Но то, что она играет с едой, когда, видимо, не очень голодная, это вообще капец. Я думаю, тут даже добавлять ничего не надо и как-то это объяснять. Она реально достает по одной корминке и начинает с ними веселиться, подкидывает их, играет реально с кормом, при том, что есть игрушки. Она развлекает так сама себя. Я специально поставила камеру, чтобы не отвлекать ее от этого дела, потому что при мне она так очень редко делает. И когда вот она одна, она так себя сама развлекает, сама с собой и кормом веселится. Очень весело. Играть со своей едой. Ну вот реально никто из моих животных никогда в жизни я такого не видела, чтобы... Это только покемон на это способна. Я думаю, что это происходит именно от того, что она уже не голодна, а типа вкусность такая, и вот она сама себя такая развлекает и заодно кушает. Не знаю. Еще один важный факт про Юми Чу – это то, что в начале этого года она впервые полетела на самолете в своей жизни, вообще первый раз, и впервые увидела настоящее море. Не речку, не озеро, а море. Я брала ее с собой в Испанию, на Майорку, чтобы она увидела море, но, к сожалению, погода была такая, что не было возможности купаться. И Юми еще ни разу в жизни не искупалась в море. Сейчас будут еще одни очень странные реакции. В общем, я с детства ее приучала и к ошейнику, и к одежде, и она прекрасно в них ходит. Обычно, если ты приучил собаку к одежде и к ошейнику, как остальные мои собаки, она просто приучена, и она просто нормально себя чувствует, потому что она уже знает, что это такое. Юми знает, что это такое, и буквально через некоторое время она нормально живет. Но почему-то вот эти первые минуты происходят всегда вот так. Пошли! Вот, начинается. Прислонить куда-то свою попку. Даже на Эйвена можно сесть. И если вот где-то будет стоять какая-нибудь лежанка, она обязательно залезет именно в нее. Она не пойдет никуда вот эти первые минуты. Юми Чу, иди сюда. Давай, давай спускайся. Смотрите, видите, что она делает? Юми, ну ты же знаешь, что такое одежда и что такое поводок и ошейник. Пойдем. Вот, сейчас начнутся перебежки. Подушка, лежанка. Иди сюда. Иди сюда, вот, в кровать. То есть по полу мы не пойдем. Гулять пойдем? Перебежки. Мы передвигаемся перебежками. А я пошла. Пойдемте. Мы все уходим, Юми Чу. Ты с нами? Перебежки продолжаются. Она запрыгивает в эту лежанку, потом в эту. Ну что, успокоилась? Нет еще? Пойдем гулять? Пойдем?
Так, где бы найти, куда бы прислонить свою попу? Смотрите, смотрите. Все, уже получше, уже мы не прячемся, да? Обратите внимание, как Эйвен капризничает. Да? Почему? Потому что он видит, что Юми на одели, и значит, ее, скорее всего, куда-то возьмут с собой или пойдут гулять, куда-то поедут. Да, а он тоже хочет. И поэтому он вот так вот делает. Это интересный факт об Эйвене вам. Да? Ну не плачь. Мы просто видео снимаем, и Вась. Не расстраивайся. Юмичу, ну что, все, успокоилась? Ну, как я говорила, что через время все пройдет, и Юми будет уже чувствовать себя нормально. Что за пипец происходит, Софи, перестань. Вот такая вот жесть. Один ноет, другая пищит. С годами я заметила, что она всегда сидит на шпагате. Ну, не всегда, но очень-очень часто. Вот эта поза, она всегда сопровождает Юмичу. Где бы она ни сидела, она садится именно так. Это реально выглядит как шпагат. Посмотрите, она расставляет ноги задние, и они у нее как-то так лежат. Сверху это выглядит тоже очень смешно, когда она сидит в этой позе. То есть, если София сидит, то она сидит, и ног не видно, потому что она сидит не на шпагате, а как собака. Если Миша сидит, то она тоже сидит, поджав лапки под попу. Но Юми сидит на шпагате, раскинув ноги во все стороны. И вообще не важно, где, на лежанке, на диване, на кресле. Посадишь ее на подушку, она будет так сидеть на подушке, раскинув свои задние лапишки. Это смешно, она даже лежит так, вы видите? То есть, что, почему шпагат, что это за поза такая? Это необъяснимо, это вот в этом вся Юмичу. Поза шпагат. И это нормально. Даже в инстаграме питомцев есть фотки из поезда, где Юми на улице, на скамейке сидит точно так же. Кстати, не забывайте подписываться на мой инстаграм и на инстаграм питомцев. Там сейчас часто очень будут проходить всякие конкурсы на подарки. Даже недавно вот закончился конкурс. И следующий, я думаю, очень интересный факт про Юмичу, это то, что у нее не прокрашен нос. Я сейчас покажу это ближе, чтобы вы поняли, как это выглядит. Есть такая версия, что собакам нужно давать водоросли в детском возрасте, когда видишь, что начинается непрокрас, чтобы как бы цвет заполнился. Хотя говорят, что это можно исправить независимо от возраста, ну, не знаю, не знаю. У Мишки коричневый носик, у Софи просто черный нос. Если вы приглядитесь хорошенько, то вы увидите, что посерединке у нее вот этот вот коричневый цвет, он светлее, чем по бокам. Вот эта вот штучка посерединке и называется непрокрас, он не обязательно такой, он может быть пятнышком или еще чем-то, но вот это считается как бы минус для собаки, что у нее непрокрашенный нос. Самый главный, наверное, факты, из-за которых я вообще решила снять это видео. Летом у Юми была течка, как вы помните, и я размышляла на тему щенков, на тему найти ей мальчика. И вот с того момента открываешь наши инстаграмы и в комментариях: Юми беременна, она округлилась, явно поправилась у нас, ура, скоро будут щенки. И да, Юми действительно поправилась и округлилась, раскабанела так. То есть, если она до этого была вообще 2 с лишним года глиста такая в скафандре, длинная, тоненькая, червячок такой, то, как и София и Эйвен, она к 3 годам покрепла. Про мужа я попозже чуть расскажу историю. Я вам говорила, что я как ответственный хозяин, как ответственный владелец собак, я размышляю, стоит ли это действительно делать или нет, и я поняла, что нет. Этим должны заниматься профессиональные заводчики, а не мы, простые люди, неважно, насколько хорошо мы разбираемся в собаках. Этим должны заниматься питомники, люди, которые выводят крови, привозят новых собак из разных стран. Собака, которая будет рожать щенков, и ее муж, и отец этих щенков должны иметь какие-то действительно хорошие крови, статусы, титулы. Чаще всего это чемпионы. Юми ни разу в жизни не ходила на выставку. У нее не прокрашенный нос. Характер довольно странный, довольно своеобразный. А сейчас я попытаюсь простыми словами объяснить. Ответственный, настоящий заводчик, он всегда стремится к улучшению породы. И это улучшение породы зависит не только от него, но и от тех, кто бесконечно делает новых щенков, добавляет новые крови в породы.
это решение было для меня безумно тяжелым, ребят, поверьте. Потому что я очень бы хотела щенков от Юмичу. Я бы очень хотела нянчиться с этими щеночками, тискать их, показывать вам, снимать об этом ролики. Но это неправильно. Ни я, ни вы, если мы не профессионалы, не имеем просто морального права разводить щенков только потому, что нам так захотелось понянчиться и посмотреть на эту няшность и милоту. Или баблишко заработать, чтобы этих щеночков продать, а таких в нашей стране очень много людей, кто делает щенков, особенно маленьких пород, чтобы тупо заработать денег. И как бы мне не хотелось этого говорить, но Юми действительно не та собака, которая достойна продолжать род по внешним факторам, по характеру и по генетике. Поэтому я очень надеюсь стать для моих зрителей, для вас примером, чтобы вы тоже не поступали так с собаками. Оставьте это тем, кто этим занимается. Да, чтобы не случилось всяких заболеваний, во избежание различных проблем со здоровьем, Юми придется стерилизовать. Потому что ей 3 года, и если она сейчас не родит, шансов больше не будет. А если ее не стерилизовать, то может случиться то же самое, что с Софи, то есть пиометра, и плюс такие собаки еще склонны к онкологическим заболеваниям. Но про мужа. Я искала ей мужа в Японии, в Корее, в Америке и... нашла. Конечно же, это был чихуахуа, мальчик, японец. И я подумала, какие же у них будут красивые детки. Но когда я решила, что у Юми все-таки не будет щенков, конечно же, эта история закончилась. Но потом я подумала, а почему бы и нет? Почему не просто не найти Юми мужа? Парня. У нее очень интересные отношения с собаками, именно мальчиками. То есть она дружелюбная вообще собака, она не особо общается с людьми, она общается только со мной. К девочкам так себе, как вы знаете, у Юми с Софи, например, очень сложные отношения, они постоянно конфликтуют. А вот с мальчиками у нее прекрасные отношения, больше всех из всех четверых. Она дружит именно с Эйвоном, играет она именно с ним, общается она именно с ним и даже иногда делает все, чтобы только она с ним общалась и дружила, чтобы никто с ним больше не играл, вот они вдвоем и все. То есть она всегда себе в друзья выбирает мальчишек. Так что я думаю, что мы все равно можем продолжить эту тему, и если не поехать в Японию к тому парню, то все равно просто найти ей какого-нибудь парня, да, чтобы ей было не скучно. Детей у них не будет, разве что платоническая любовь, дружба и все такое. Она всегда, если я сажусь, забирается на меня сразу, и она вот любит именно ползать, она вот вся такая, как выдра. У меня сейчас новое для нее прозвище, что она как выдра. Она прижимает вот эти вот уши и становится реально похожа на какую-то выдру. У нее еще эти усы белые на морде. Я просто недавно нашла канал корейский или японский, там парень, у него 2 выдры. Я понаблюдала за поведением выдры и поняла, что Юми это просто реально либо сурикат, вот, либо выдра. Вот все остальные, они все-таки собаки есть собаки, а Юми просто маленький выдреныш, который бесконечно суетится, постоянно вот этот вот шпагат, вот эти ее мордахи, когда она прижимает уши и щурится, вот это все реально какое-то выдровское поведение. Ну не похоже это поведение на собак. Если начать ее вот так вот сдвигать с себя, чтобы она пошла, она будет упорно настаивать на том, чтобы сидеть именно на мне. Ну ты уже определись, ты кто? Ты выдра? Покемон ты или собака? А мы поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем, чтобы в 2020 году ваши мечты обязательно сбывались. Переходите по ссылочкам на новые ролики на других наших каналах, там новогоднее настроение. И увидимся в новых видео уже в 2020 году. С Новым годом, круто вам отметить!